Технология посланничества. Как она изменила мир? Сначала изучали самих посланников. И сказал Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. Евангелие от Марка. Он хотел остановить ход истории, сделать людей верующими, слепыми роботами. И миллионы шли за ним, шли до самого конца. Ну, вы помните, не было человека в Германии, кто не кричал «Зигхай». Возможно, неплохо владеть властью, которая покоится на оружии. Но лучше и благодетельнее завоевать сердце народа и удержать его. Документальный фильм о афонской технологии посланничества. Позволяет установить власть на определенной как бы территории. Технология состоит из 32 блоков. Пришел человек в Киев один и организовал Киево-Печерскую лавру. Первая фаза захвата власти была завершена. Вопрос возникает нехороший. Кто же это все придумал? Кто-то это все организовал. Почему на Афоне в монастыре Водопет среди портретов старцев висит портрет Адольфа Гитлера? Они просили Гитлера о его персональной защите. Почему Адольф Гитлер был покровителем святого Афона? Сильным в своей готовности переносить все тяготы. Господи, мы всегда следуем Тебе. Благослови нашу борьбу и нашу свободу. А значит, и наш немецкий народ, и наше Отечество. И тогда все исторические коллизии становятся на свои места. Жизненный провал – это то, что ждет человека, нарушившего технологию.